Привет, Алла. И не знаю, вообще, я в последнее время начала делать все с видеообращением. И вот, я решила поздравить тебя, так как... В общем, я решила. И вообще, хотела сказать спасибо за то, что меня подсадила на этого чувака, на Кирема, на Зайне, вообще на этот сериал, потому что я в восторге. Да, вот, спасибо тебе за это. Я хочу сказать, что ты прикольная. Если... Что? Что я вообще несу? Я вообще не знаю, что несу, честно говоря. Но так как это будешь, скорее всего, смотреть одна ты, не так страшно. Ну, в принципе. Ладно. Зайдет ко мне в комнату? А, нет, никто не зашел. Так вот, о чем я говорю? Уже 40 секунд говорю, и ничего его толком не сказала. Так вот, спасибо тебе за Кирема. Он правда шикарен. Так вот, желаю себе, чтобы в твоей жизни был такой же Кирем. Что я вообще несу. Вот. Так желаю, чтобы у тебя был успех в учебе, в работе, там, где-то-нибудь вообще во всех сферах твоей жизни, чтобы у тебя был успех. Чтобы ты никогда не отчаялась, никогда не сдавалась, всегда оставалась такой, какая ты есть. В общем, с днём рождения!